Очередная выставка библиотеки. Какие яркие цвета. Это 100% Шарона. Прям 100%. Кстати, вот это город Баньолис на озере находится, там проходили олимпийские, кстати, соревнования по гребле, по-моему, в 1992 году, когда проходили в Испании и в Барселоне игры. Средиземное море, ну, о, это, мне кажется, пляж нудистский наш. Лоретовский, Сабадея, не знаю, похож. Это картина или это что? Прикинь, ты смотри, какая красивая. Очень красивая картина. Как вам? Как вам картина? Мне кажется, вот так натуралистично. Интересно. Прям очень красиво. Осень. Тоже так красиво. Фернандо Редолар. Ой, тоже смотри, какая красивая. Как проработанные камни. Это же на Кадакес похоже. Порт Легат. Могу быть не уверен, но мне кажется, да. Ну, сапог. Тоже мимо. Библейская тема. Татьяна Беркова, опачки. Явно не испанка. Это же явно вручную, да, делается. Смотрите, как круто сделано. Детали так проработаны, да, видите? Такая мелкая работа. Это что за крючки? Ну, такое творчество мне. Ух ты, смотрите. Из металла, да? Рома Альберти. Странный шок. О, скетчи. Монблан. Интересно, да? Ну вот такие, какие-то как будто бы чистой краской писали, даже не смешивали. Тоже красиво, да? Смотрите, какие маски живые. Это же что это? Абстракция пошла. О, смотрите, какая картина. Она огромная просто. Просто. Классно. Вот это да. Это похоже на акрил. Ничего
все сильно. Шелк. Как красиво. Издалека, да и вообще, даже вблизи смотрится картина очень круто. Ну, тут тоже. После такой картины все остальные меркнут. Ой. Кстати, из сидры. Это же наш, по-моему, люретовский художник, я с ним знаком. Я фамилию его не знаю, но знаю имя, что он из сидры. Опачки. Фрида Кала. Так, тут явно фанаты. И футбольные, телевизионные, ТВ-9 телеканал. Тоже смотрите. Интересно. Все, вот, видите, здесь каждый месяц меняется экспозиция. В библиотеке, в подвале. Можно приходить абсолютно бесплатно смотреть работы. Собственно, так я сходил на выставку. Напишите вам, какая картина понравилась больше всего. Мне кажется, меня зацепила вот эта самая большая, которая работа. И вот отсюда даже видно. Видите, вон она. Просто огромный зал. Короче, вот он зал. Видите, такой большой. Здесь работы выставляются. Каждый месяц меняется экспозиция. В общем, напишите в комментарии, как вам, какая вам картина понравилась. Мне кажется, очень классно. Знать бы, как выставить свои работы. Я бы тоже принес свои картины. С радостью выставил. Вообще сегодня, кстати, завтра праздники. Надо будет идти, снимать. В общем, всем хорошего дня. Увидимся еще. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, задавайте свои вопросы. В общем, хорошего дня. Увидимся. Пока-пока.